Здравствуйте! Двукратная олимпийская чемпионка Анна Багалий прокомментировала идею главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева совмещать текущую должность с постом главного тренера сборной России по биатлону. По мнению Багалий, Драчеву стоит сделать выбор между биатлоном и Госдумой. Багалий заявила, что главный тренер должен углубленно разбирать все вопросы в сборной, а также видеть план не только на ближайшую зиму, но и на все четырехлетие. Она подчеркнула, что эта должность предполагает работу 24 часа каждый день в течение 7 дней в неделю. Поэтому я совершенно не вижу возможным совмещения поста депутата Госдумы и главного тренера сборной, уже не говоря о позиции президента Союза биатлонистов России. Варианта два. Или клонировать самого себя, или отказаться от одной из этих должностей, сказала Багалий. Совершенно согласна с мнением Анны Багалий. Мы считаем, что одному человеку нельзя сидеть сразу на нескольких стульях. Все-таки надо подвинуться и уступить место другому. Не думаем, что любому человеку под силу справиться с такой нагрузкой. Но это опять же только наше личное мнение. А что вы думаете по данному поводу? Спасибо за просмотр этого видео. Не забудь подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Мы будем также рады вашим лайкам и конструктивным комментариям. До новых встреч!